Анонс и точно до выхода 169-й серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 169-я серия сериала выйдет в эфир 20 октября. Ранее в сериале мы увидели, как Сабихи докладывает о делах Дилан. Женщина узнает, что та отпустила нужного человека. Кудрет отводит Хасана подальше ото всех. Он все еще подозревает, что тот замешан в том, что произошло с его сыном. Кудрет обещает мужчине, что если тот действительно в этом замешан, то его ожидают огромные проблемы. Баран встречается с Дилан в саду. Он интересуется у девушки, зачем она занималась всем этим. Для кого она это все делала? Дилан же срывается на него и говорит, что если и есть виновник во всем случившемся, то это никто иной, как он. Сабиха же радуется от мыслей о том, что Баран Карабей мог сойти с ума. Баран встречается с Джиханом в саду. Азада говорит Кадир, что в их дом проник враг. Но они будут умнее, чем враг, и таким образом смогут одержать победу. Поступает информация о том, что Джеврие похитила девочку. Гюль идет на свидание с парнем. Он говорит ей, что она до сих пор очень красива. Девушке крайне приятно слышать такие слова, и она не стесняется показать это своему поклоннику. Ферат застает ее на свидание, и эта сцена его очень злит. Сабиха по телефону говорит Дилан, что если она хочет защитить мужа, то придет и встретится с ней. И девушка действительно приходит на встречу с женщиной. Но Дилан больше не даст ей себя сломить. Она сразу предупреждает, что пришла не из-за угроз Сабихи, а потому что у нее есть для этого свои причины, которые не касаются других. Баран думает, что Сабиха на самом деле угрожала его жене. И то, что Дилан говорила о ней до этого, неправда. 169-я серия сериала выйдет в эфир 20 октября. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.